футбольном клубе 25-й тур чемпионата Бундеслиги. Вердер уже на 4-й минуте повел в счете против Байера, когда бастер со штрафного попал в голову Лободия. 1-0 после энергичного кивка последнего и полное преимущество в домашней игре. Владимир Бесчастных выскочил к воротам супостата 5 минут спустя, ударил здоровой ногой, но задрал прицел в небо. А Руди Фёллер вообще не целится, он просто чувствует ворота и даже ребрами. Мяч прилетел к седому страйкеру с одной пересадкой от вратаря. Мгновенный удар с полуразворота, будь руки Река короче или ворота чуть левее, Вердеру не сдобровать. Торжество открытого футбола в первом тайме подытожил опять Марио Баслер. Виртуозной подачей с нулевого угла, после которой сразу трое бременцев могли завершать атаку. В начале второго тайма рыжий конопатый Нойендорф едва не убил Вердер ногой лопатой 1-1. Но от смерти любимый клуб спас неистовый Бруно Лободиа. Мяч взлетел на штрафной после прострела Хопша, удар Бода отразил полевой ливеркузенец, а тычок Лободиа обезвредить было уже невозможно. На исторической родине Бруно в Италии победу отмечают ревом и прыжками. А в Ростоке игроки взывали к Богу. На заснеженном поле только его воля, причем выраженная даже анекдотически, только и могла решить исход игры. Снег обороны Карлсруэ лишь однажды поддался вездеступам хозяев. Защитники расступились перед Баумгартом, вратарь вынужден был сбить страйкера в штрафной. Баумгарту холодно и обидно, но это не повод поссориться двум профессионалам. Байнлих реализует пенальти 1-0. Ну и ладно, жизнь на этом не заканчивается. В оставшееся до финального свистка время Карлсруэ провел лишь одну острую атаку, но именно в ней Кнуп провел ничейный гол. 1-1. Мирослав Кадлец, игрок сборной Чехии, подал угловой. Хох попал в самую крестовину, а Вагнеру мяч «здрасте» не успел сказать, как оказался в дальней девятке. 1-0, так играл Кайзерслаутерн в гостях против Кёльна. Что же касается хозяев, то они за всю игру так и не смогли подойти к чужим воротам. И такая пяточная игра стоила места тренеру Кёльна Штефану Энквису. На смену ему, по логике истории, должен прийти тренер Ленин. Самая зрелищная игра 25-го тура состоялась в Гельзенкирхене, где местный Шальке грубо прервал воскресенье Фрайбурга. Счет был открыт, казалось, в одной из первых атак хозяев, когда Андербрюгге отличился могучим правым бедром, но на линии коварно топчется судья. Офсайд! Хотя на повторе видно, что в момент удара Латтелла защитник находился с телом Андербрюгге на одной линии. Счет остался на нуле, но судья, видимо, заработал комплекс вины перед Шальке. В следующей атаке он усмотрел фол в действиях вратаря Фрайбурга Шматке, хотя он был чист перед законом. Пенальти. Бил лишенный гола накануне Андербрюгге. 1-0 и статус-кво восстановлен. Вот только к Буце прилип какой-то бегемот. А во втором тайме гельзенкирхенцы забили еще дважды. Сперва Том Дули вырезал справа Латтелла и поспел на ответную передачку. Мягкий удар в стиле пенальтистов. И счет уже 2-0. А у тренера Фрайбурга бледный вид и холодные ноги. Окончательный счет устанавливает капитан Шальке Тон. Он сыграл на опережение, после чего мяч нашли в ближнем углу с надписью 3-0 на обороте. И гельзенкирхенские болельщики грезят еврокубками. Если бы они в России развернули на трибунах свой милый картон, то немедленно получили бы дубинкой по голове. Во Франкфурте от души поразилась на белоснежных конях легкая гладбахская кавалерия. Кастен Майер сместился в центр и подождал, пока из-за спин защитников на рысях выйдет Винхоф. Счет открыт, и форвард переходит на шаг. На своем поле Айнтрахт не смог противопоставить Боруссии ничего. Каждый игрок Гладбаха был сильнее соперника. В отдельных случаях франкфуртцев вручала судьба, щекоча нервы особенно почтенной публики. Но так больше продолжаться не может. Сперва с этим согласились Шнайдер, крутивший левый фланг, и Петерсон, вышедший на прострел в одиночестве и забивший в ближний угол второй мяч. Потом у Тёпки не нашлось аргументов оправдания. А поскольку избиение Айнтрахта продолжилось после перерыва, сдалось и руководство клуба. Сразу после игры было объявлено об отставке тренера Карл-Хайнца Кёрбеля. В Гамбурге хозяева тоже не победили, но в тренерской карьере Феликса Магата это не точка, а неприятная запятая. Его команда 90 минут прижимала Юрдинген к его воротам, а в конце чуть сама не пропустила. Хорошо сыграл польский легионер Лесняк, но еще лучший кандидат в сборную Германии вратарь хозяев Гольц. Нулевая ничья, зрители были очень недовольны. Штутгарт повел в счете дома против Сан-Паули после того, как Крузе оказался один в воздухе на штрафной гостей и разбавил скуку одиночества радостью гола 1-0. Но во втором тайме капитан паулистов Триллер из центра поощрил рывок Шпрингера, а тот воздал прострелом. Триллер сравнял счет почти со следов Крузе 1-1, и капитан подозрительно тепло обнимается с Динцием. Игра недели. Бавария остерегалась Боруссии так, что перед самой игрой мюнхенцы поменяли трусы с синих на красные. Обновленный Папен забивает после ошибки страшного замера, но в волнении он подыграл себе рукой, и гол не засчитан.
Не Папен решил эту игру, а Лотер Матеус, выдавший суперпас Шолю на 35 метров, и по-азиатски ловкий Мехмед, заправивший мяч по дуге в дальний угол. 1-0. Это почти победа, учитывая характер игры. Она была скорее напряженной, чем интересной. Боруссии не удалось создать ни одного стопроцентного момента во втором тайме. Сказалось отсутствие классных нападающих в хорошей форме. Дортмундцы только толкались на поступок штрафной Баварии, втягивали туда лучшие силы и нарывались на контратаки. Мяч вылетел из штрафной Баварии, Райнхард не может вернуть его обратно, и вот уже Матеус высекает Клинсмана, а тот, не теряя темпа, играет на Циге. Следующий направо Папен. Неуловимым маневром защитник выигрывает у француза позицию. Дальний удар опасен, однако счет от этого не растет. Несколько минут спустя контакты на подаче Бабеля едва не замкнул Клинсман. Так что контратаки Баварии были куда опаснее поползновений дортмундцев. Оно и понятно, ведь красным трусам не противостояла массированная защита. В общем и целом матч показал, как важно, кто в игре родных соперников первым откроет счет. Не сделавший этого останется провоцировать соперника уже после финального свистка. Шепьюза ударил Шолли и получил за это по лицу, но Рихагель уже пьет шампанское из смешной пляшки. Теперь Бавария лидер, а у Боруссии в качестве утешительной шоколадки игра в запасе. Но даже учитывая потенциальное первенство Дортмунда, интрига далека от развязки. Внизу безнадежно отстал Юрдинген, а у Кайзерслаутерна наоборот появились шансы после победы над Кёльном. Ведер, кажется, ушел в запасные зоны. Продолжение смотрите в футбольном клубе ровно через неделю.